Так, ребята, всем-всем привет, я сегодня с вами Джамалидин Мурадов, и добро пожаловать на мой канал, Дальнобой ТВ, Green and Road 2003. Так, ребята, у нас сегодня воскресенье в 2023 году, и у нас сегодня обновилась до нашей актуальной версии 1.46.2.20S Mercedes-Benz от автор Dotac, версия 1.3. Так, ребята, перед осмотрением моего гайда я вас попрошу, подписывайтесь, ставьте лайк. А для тех, кто не подписался, советуем, рекомендуем подписываться на моего канал, для того, чтобы не пропускать всякие полезные гайды, видео, обзоры, ну и остальное другое. Что ж, ребята, также хочу отметить, что для тех, кто завтракает, обедает, ужинает, также им приятного аппетита, также приятного просмотра. Что ж, ребята, обзор будет продолжаться краткого и интересного, так что, ребята, особо не переключайтесь, обзор. Погнали, всем приятного просмотра. Так, попадем покупка грузовика у дилера бренда модификация, как видите, как мы видим, Mercedes-Benz MP Love Roof, как бы, как видите, как мы видим, у нас здесь есть несколько экземпляра, то есть есть с низкая спалька, есть со средней, как бы, есть с высоким, но это, естественно, тоже высокое, но это как бы для тех, кто на не габарит работает. Так, давайте Mercedes-Benz Actros MP3 Love Roof. Я так увидел вообще, хотя если так взять, я как бы на Mercedes не очень любитель, но вот эта версия для меня очень слишком дал интересен. Так, давай-ка-то узнаем вместе с вами. Категория грузовик, модул Actros MP3, шасси стартовый вариант 4x2, тип кабина Love Roof, это типа die-cup. Так, расположение руля, естественно, слева, мощность двигателя стартовый вариант 320-235 кубов. Крутящий момент 1650 ньютон-метр, 1080 объем. Так, тип коробка применения передача Daimler Chrysler, там G, там 281 12, объем топлива бак там 650. Так, что ж, кликнем под этот данный тягач. Ребята, что хочу отметить. Тягач полная пушка. Тягач, я так вижу, что очень класс. Как-то, видите, здесь какой-то особо не понял, что к чему. Но и так как бы он переработано классно. То есть советуем, рекомендуем прокатиться на такой тягач. Он вообще классный, супер. Давайте с помощью шагающих камер. Как бы... Да, это у меня как бы... Сейчас, это у меня за геймпадовский, вот теперь нормально. Так, что хочу отметить. Тягач полный класс. Тягач супер. Исправлено все освещения. Типа добавлено освещение, типа как этот, есть же, как хрусталь, как бы вообще вот классно сделано. Так, идем, как бы, это у нас 1832, это, по-моему, что двигатель. То есть, ну, особо как бы, вообще он класс, хочу отметить, что при себе имеется качество 3D модель, как бы, вот, но, как бы, автор все старался, как начал располагаться, как бы все класс, все супер, как бы. Так, ладно. Так, и что ж, ребята, посмотрим, на что он способен. Так, поехали. Так, ну, на этот особо не стоит обратиться внимательно внимание. Так, как говорится, из вниз или из верх до вниза, то есть из верх до вниза, да, то есть смотрите, это у нас типа die-cup, дневная кабин, невысокая спалька, есть со средней спалька, типа смотрите, это у нас А, это у нас С, а нет, хотя это у нас С, это у нас Б, а это у нас полная высокая, А, Б, С, да, то есть это у нас такой же, типа Black Edition, видите, Black
Blackliner, то есть, да, это Megaspeakers, а это в Guide, в Guide Liner, видите, да? То есть, вот то, что здесь как бы закрыто, одно и то же отвечает, поэтому смысл нету. Так, ладно. Давайте, здесь смотрите, какая штучка. Если мы берем вот это в гайдлайнер, то у нас всего лишь там два шасси. То есть, есть шасси 4 на 2 с V8, есть с V6. Давай-ка-то берем вот эту. И здесь то же самое, одно и то же отвечает, видите? То есть, при кликнут у нас изменится объем бака. Видите, да? Так, теперь давай-ка-то вот это посмотрим. О, здесь как бы, как видите, как мы видим, здесь уже более можно о чем-то рассказывать. То есть, смотрите, есть у нас для тех, кто на тяжелогруз или негабаритный груз там, или строительная техника, или строительные материалы, там остальное другое. Это у нас, как обычно, 6 на 4, то есть с V8. Есть 6 на 4 V6. 6 с V8 лов шасси с задное управление осей. Есть также 6 на 2 с 6 на 2 с V6 с также одно и то же начинает выполнять. Так, есть как бы лов шасси лов лайнер, это типа лов шасси, по-моему, что без управления осей, как бы есть как бы также лов лайнер шасси с св, это у нас с V8, с V6 также обычный вариант, стоковый вариант 6 на 2 4 V8, 6 на 2 4 V6, также 4 на 2 V8 Loveliner, 4 на 2 V6 Loveliner, Love шасси типа, ну естественно обычно как бы, то есть, даже поглядите, даже мы можем использовать 4 на 4, это вообще классно, ребята, это полная пушка, вообще, ой, красавец Мерседес, ой, блин, обожаю, блин, 4 на 4, как бы, с V8, ну, естественно, 4 на 4 V6, ну, естественно, 4 на 2 также с V8, также 4 на 2 с V6. Так понял, что одно и то же они отвечают, просто видите, в чем проблема, что у нас, то есть, как бы, просто по разной шасси, как бы. Так, ладно, надеюсь, что вы меня поняли, о чем. Не знаю, либо вот это взять, либо. Давай-ка-то, давайте вот это взять, или хрен его знает. Лов шасси, это у нас без управления осей. Давай-ка-то, ребята, не вот это. Так. О, давайте вот это оставляем. Так, теперь со движка. Движка, смотрите, что хочу отметить, ребята. При каждом выбор двигатель у нас начинается измениться вот это брендовский шильдик. Например, смотрите, 598 с апом пипа V8, то есть видите, да, там 440, вот эти 25, там 80 или 60, по-моему, что 60. Есть 551, также с open people, также 220, то есть 25-51, 25-60, 551, как бы 25-55, есть 25-51. А, все. Давай-ка-то, ребята, оставляем вот это 598, оставляем, думаем, что нормально. Так, ну, ребята, что хочу отметить, на остальное то же самое, одно и то же самое будет отвечать,
уже повторить не буду. Если что, информацию оставлю по описанию, также ссылка про него оставлю в описании, чтобы, ну, это, естественно, для тех, кто на ЕТС, и для тех, кто чаще любит на такой прекрасный тягач, как вот Mercedes-Benz. Вот также я про него и про те, про остальное другое, я и ссылка, и информация оставлю по описанию, предоставляю по описанию. Поэтому давай-ка-то, если мы вот этот тоже берем, как бы, да, как я на лов кабин, да, то есть одно и то же будет отвечать, видите, да, 4 на 4, как бы, все. Поэтому давай-ка-то берем вот это, да, по-моему, вот это было, да. Давай-ка-то, где у нас выборочное шасси, не то. Во, по-моему, со управлением осей, как бы. Так, с движком разобрались. Коробка есть. Daimler Chrysler G там 241 16, то есть 16 сос-ретардер, как бы. Также 16 сос-ретардера, 12 сос-ретардера, 12 сос-ретардера, также 16 сос-ретардера. То есть, и не знаю, хрен его знает. Давайте берем вот это, оставляем. Пускай будет вот это, как бы. Так, теперь про интерьер. Вау, ребята, вы просто с ума сойдете. Смотрите, ребята, вообще это полная пушка, блин. Даже смотрите, переделана боковая зеркало. Это, блин, полный класс, конечно. Так, ладно. Есть Великобритания, пакистанская, там индийская, и японская вариант, да, и справа рульная. Также есть и слева рульная, типа. Помню, что на ETS такая же интерьер была на Majestic, если кто помнит, то на Majestic даже при себе имеется карандаш или ручка, ты там типа того. Ну, естественно, есть также великобританская, индийская там и там. Ну, надеюсь, что вы меня поняли, о чем. Давайте вот это выберем. Люкс, как бы. Эксклюзив, то есть. Так, смотрим. Прокраска. Краска. Более достаточно. Можно разобраться, что к чему. Так, есть пользовательский цвет плюс металлик, например. Зеленый. Красный. Также красный со с половиной белой. Есть. Так, мате пользовательский цвет, как бы матовый пользовательский цвет, видите, да? Есть такая же. Вау, вы просто поглядите, вообще классно все сделано. Есть синяя прозрачная, есть красная металлическая, есть грей металлик, есть. Вау, вы просто поглядите, есть синяя сильно отображающая, есть такая же. Есть вот такой же, типа как у скановской скина, скановский там, ну, то есть, хочу отметить, что похоже, как бы. Так, есть такая же со названием, есть Black Edition Mercedes Black Edition. Вот так. Или есть такая же вариант со скина Мартинс транспорт Венрейр там, то есть это. Есть Хурикан такой же белый со мерсовские шильдика. Есть такой же, есть такая же опять. Есть Хасл там Хасл транспорт. Есть такой же. Есть одна пользовательский цвет, например, такой же или такой же. Есть так оливка грей, пожалуйста. Есть такой же, особо не понял, что. Ну, дальше хочу, чтобы вы дальше сами посмотрели. Ну, это, естественно, стартовый вариант. Есть Silver в гайд такой же. Есть такая же фиолетовая или там типа того. Есть Peru Red. Есть Navio Blay такой же, синий.
мечтю там, как она там, зеленой, есть такая же оранжевая, есть как она, Ханеялов, есть конгресс синий, есть какао браун, есть роял грей такая же, есть гамбаги грей такая же вариант. Смотрится неплохо, конечно, вообще классно. Ну, естественно, есть Deep Basalt. Deep. Ребята, знаете, не знаю, как вам, но мне для меня слишком интересно стал вот это. Давайте вот это оставляем. Так, теперь как бы... О, пушка полная. Ёкарнос это. Смотрите, сколько тюнинга. Сколько тюнинга добавили. Так, что ж, поехали. Так. Это у нас, видите, начинается изменить боковое зеркало. Есть пластиковое красное. Есть пластиковое, полное пластиковое. Есть такая же. Есть вот такая же пластиковая обычная. А, все. Ну, вот это два одно и то же отвечает, поэтому смысла нету. Также мы сюда мы можем добавить какие-нибудь там освещения. А, не, хотя L, R. R это право, а L это лево. Так, поехали там. Есть окрасочное с зеленое с белое название Mercedes-Benz. Есть актрис. Есть такая же. Есть также одно и то же отвечает. Так, это у нас понятно. О, так. О, давайте вот это оставляем, думаем нормально. Также мы сюда мы можем R, также L, видите, да? Также мы сюда мы можем там дальше пожелания. Например, давайте вот это оставляем, думаем, что нормально. У меня просто компа слабая, поэтому, чтобы, не знаю, у меня FPS не включен, а если у кого есть стабильно хорошее железо, то ура, как бы. Так, с этим разобрались. Так, конвой экспиатонал. Это типа для тех, кто на чаше на негабаритный груз. Ну я же особо как бы не на габаритный, как бы. Так, ага, отлично, неплохо. Полутуманный. Есть красная лампа, краска такой же. Или такой же. Давайте вот это оставляем. Ксеновая лампа. Ксеновая лампа. А, все понятно. Давайте вот это оставляем. Думаем, что нормально. Так, это у нас для тех, кто как хотел отметить, что на не габарит, пожалуйста. Так. Есть полная красочная. Также есть полная красочная плюс хрома. А это пластика. Пускай будет пластика. Также мы сюда можем либо номера добавить там. Вот сюда, в центр, есть своя немецкая, есть тоже немецкая, а одно и то же, видите, ребята, одно и то же. Ладно, а это у нас, о, освещение, не, давайте вот, ну, номера, а здесь как бы освещение. Так, с этого разобрались. Так, это у нас защита. Ну, я пока что не буду тыкать, а дальше хочу, чтобы вы сами посмотрели, что к чему. Также мы сюда мы можем, также опять. А, еще здесь кое-что, вау. Это, видите, это из какого-то мода, вот это все лазеры, там остальное другое. Давай-ка-то, ребята, лазер, давайте, о, лазер ставим. Думаем, что нормально будет. Так, есть защита от фара, чтобы камни не попадал. Есть заводская вариант, есть хромовая, есть окрасочная. Давайте хромовая, пускай будет. Так, с этого разобрались. Так, есть хромовая, окрасочная, пластик. Пускай будет пластик. Шильдик, вау, шильдик, смотрите, есть краска V2 с освещением, есть окрасочное освещение, есть пластиковое освещение.
Есть обычно хромовый, есть краска версия 2, есть краска, ну естественно пластика. Давайте вот это берем, думаем, что нормально. Также здесь у нас морда начинается меняться, как бы краска плюс хром, краска, ну естественно пластика, пластиковый. Да, сюда мы можем что добавить. Давайте сейчас с помощью шагающей камеры поближе, как бы, чтобы можно там тыкать, как бы, не, как бы тягач полная, то есть получается так, что тягач у нас то есть полная функциональная тягач, конечно, классный тягач, и по оптимизации как бы неплохо. Ну не знаю, у меня FPS уведомление не включено, чтобы показывал там, сколько начинается срабатывать. А так вижу, что также, ребята, хочу отметить, что особо не переключайтесь, если некоторый мод при себе имеется порядка установка мод. Поэтому как бы как-то так. Давайте. Не, все как все классно, все передумано, конечно. Во. Все это мы разобрались. Теперь сюда мы можем. А, понятно. То есть смотрите, то есть шильдик с V8 есть хромовый, есть V8 окрасочный. Также брендовский шильдик Actress. Так, это у нас. Ага. А, понятно, полная рама. Есть как бы окраска, есть пластик версия 2. Также пластик версия 2. Особо не понял, они из друг друга чем отличаются. А, все понятно. Все, теперь мы поняли. Давайте вот это оставляем. Также пишем здесь, пускай будет там MB Actros. О, вот так. Mercedes-Benz Actros. Так. Так, это у нас, то есть есть окрасочное дополнительное переднее зеркало, есть пластиковое, пускай будет пластиковое. Так, это у нас, ну, флажки не будем, как бы, это у нас конгурятник, то есть, да, конгурятник. А, нет, какая конгурятник, это козырька, то есть, прошу прощения. Есть краска версия 2, есть просто краска с белой, есть такая же вариант, есть... зеленый, вот. Давайте вот зеленый оставляем, думаем, что нормально. Так, гудки у нас, не знаю. А, все понятно. Видите, начинается заругаться, особо не понял. Они за что? Он как бы начинается заругаться, особо я не понял. Ладно, мы это дело мы уберем. Так, ну-ка. Давайте вот сюда будет, думаем, что нормально как бы будет. И здесь тоже самая такая же история. Так, что еще у нас? А, ну это потом попозже как бы. Ну ладно, хрен с ним. Так, это у нас задная, боковая, сверхная, аэродинамическая, спойлер. Есть пластиковый, есть окрасочная, есть окрасочная со освещением. Видите? А почему пластиковый со освещением нету? Ладно, придется ставить со освещением. Посмотрим, что к чему. Так, это у нас аэродинамический холодильник, ну, не холодильник, аэродинамический кондиционер, то есть, прошу прощения. Есть лайтбарк, есть такая же лайтбарк, есть такая же вариант, окрасочный вариант, есть такая же, еще более такой достаточно красивый смотрится, есть такая же, то есть, и несколько вариантов, есть такая же стандартная, как типа как стоковая, то же самое, одно и то же отвечает. Есть вот такая же, есть вот такое же, есть с шильдика, видите, с не шильдика, там полная красочная, ну и есть как бы такая же. Давай-ка-то вот это оставляем, думаем, что вот это нормально. Также при себя имеется гудки, но я гудки ставить не буду, я как бы, я вот просто ставлю мишленчик как бы. А здесь можно ставить лазер, ну не понял, он какой-то из
Из какой-то мод он, конечно, вот это лазер. Где она, это лазер? Ша. О, длинная не надо. О, давайте вот это думаем, что достаточно. Более достаточно. Смотрится неплохо, как бы. Но это, знаю, это точно, это не егошно, это из какой-то мод особо, надо посмотреть, как бы. Так, это у нас защита от камней, тогда пока мы его использовать не будем. Это у нас изменится скамейка, ну да, скамейка. Так, а здесь мы можем, Mercedes M, эмблема, да, то есть хром. О, давайте вот это, пускай вот это будет. Так, это у нас передняя дополнительная дефлектор, аэродинамический дефлектор со спластика. Ну, естественно, с краска, пускай будет со спластика. Так, с этого разобрались, краска и все, как бы. Здесь то же самое. Так, это у нас Blytec, как бы, Евро 5. Это у нас окраска, держалка, пластика. Это еще не все, ребята. Сразу хочу отметить, что для работоспособности нуждается Actress Tuning Pack. Поэтому я забыл вам рассказывать, напомнить. Вот я хочу напомнить, что для работоспособности нуждается Actress Tuning Pack. Поэтому как бы как-то так. Это у нас пластика. Вау, вообще классно будет смотреться, как бы. Так, это у нас, по-моему. Ага. А, это как бы бак для хранения цистерна. Ну, я имею в виду не цистерна, это топливо. Есть такая же. Есть одно и то же отвечает. Давайте вот это вставляем. Здесь у нас, смотрите, несколько вариант. Юбка. Боковая юбка. Есть такая же вариант. Есть такая без выхлопа. Есть сос хлоп выхлопа сос. Есть без выхлопа. Также пластиковая выхлопная система, пожалуйста. Также пластиковая. Ну, это, естественно, заводская варианта. Тоже заводская варианта. Давай-ка-то вот это вставляем, думаю. Также здесь мы можем добавить. Либо такая же вариант. Давайте вот это вставляем. Думаем, что интересно смотрится. Также вот это все добавляем. Не, как бы получилось неплохо, конечно. Вот. Также есть у нас козырька, то есть защита. Так, есть окрасочная шасси, мост, есть заводская варианта. Ну, про шина, что могу сказать? У меня здесь... А, это у нас понятно. Видите? Как хотел отметить, что для работоспособности нуждается Mercedes Actress. Давайте вот это вставляем. Также мы сюда. А, не. Не, так не пойдет, конечно. О, давай вот так думаем, что нормально. Так, это у нас... Это отменяется. Так. Угу. Странно, да? Это по поводу вот этой истории надо вам и нам надо к авторам надо обратиться, чтобы автор взял вот эту историю и исправил. Видите? Одно и то же. Давайте мы их убираем. Вроде бы они нам не понадобятся, не нужны, как бы. Да. Думаем, вот это нормально. Но это у нас выхлопа. Одна вертикальная выхлопная система. Выхлопы можно убрать, как бы. Это у нас огнетушитель. Давайте убираем огнетушитель. На место его огнетушитель установим и будет тип-топ. Так, все, наверное. Ну как, то есть не все, конечно. Здесь еще мы забыли, как бы. Также мы сюда можем добавить. Во. Угу. Все, мы добавили. Теперь с
перейдем со шина. Ну, шина здесь у меня всякие различные. Я пока не буду всякие различные использовать. Я просто стоковый вариант я использую, как бы думаем, что нормально будет, как бы. О, своя, кстати, видите его? О, давайте его свой, как бы. Не, нет умер. Давайте тогда сканевский ставлю. И здесь тоже самое, такая же история. Также такая же история, как бы. Ну, а дальше хочу, чтобы вы сами потыкали, посмотрели. Ну да, это для тех, кто чаще на Мерседесе, как бы. Или хочет, или любит чаще развлекаться на Мерсе, как бы, видите. Даже имеется своя шильди, как бы, видите. Вот. И здесь тоже самое, такая же история. Геодайер, как бы. Да, пускай будет все по стоку или там мерс. Я как бы переделано, неплохо доделано, конечно. Что ж, ребята, все, наверное, это я имею в виду, только мы уже разобрались со внешней тюнинга, со внешним видом разобрались, теперь попадем интерьер, как видите, как мы видим, более достаточно. Это у нас боковая козырька, дефлектор. Так, руль у нас несколько вариант, есть такая же, есть такое же, есть такая же, как типа устаревшая. А это уже новейшая технология. Во. Также мы сюда. Воу, такой вариант. Со меняется всякое управление. Есть такая же вариант. Тоже такая же. Точно такая же. Давайте вот это оставляем. Люксы. Также мы сюда освежитель можно. Как хотел отметить, что для работоспособности нуждается Actress Tuning Pack. Поэтому как бы как-то так. Так, сюда пускай будет мерсовская, пускай будет. Так, пускай будет там, как обычно, ключи, как бы. Ключи от квартиры или очки. Очки со футляром, как бы. Так, что еще у нас? Пускай будет петушонок. Думаем, неплохо. А здесь можно какой-нибудь, не знаю, там. Или такой же. На место ключ кошелька можно ставить. Так, сюда мы посадить никого не можем, кроме там ноутбука, планшета, сумочка и там спортивная сумка, книга. От всякие различные тягача есть аптечка от ЕТС, есть бумажное полотенце, есть карта, как бы, есть журнал, игровой журнал, есть диск от ЕТС, ну, естественно, информационная доставка, как бы. Давайте вот это оставляем. Или хотя хрень его знает, давайте лучше пускай будет сумка со спортивной. Так, это у нас коврик меняется, видите. Давайте вот это оставляем, роскошь. А здесь также мы можем холодильник добавить. Да, то есть есть своя, как бы, этот самый. Также мы ЕТС можно дополнительно, но с этого разобрались. Видите, ребята, шкатулка, да, все, тумбочка, все классно сделано, типа стеллаж. Так, это у нас о, освещение вообще классно, все передумано. Также есть брендовский шильдик Mercedes-Benz, есть освещение, по-моему, Actress эмблема. Ну, естественно, есть такой же. Давайте вот это оставляем. Думаем, что нормально будет. Все, наверное. Это у нас окрасочная, это у нас пластиковое боковое дополнительное зеркало, как бы. Также мы с этого разобрались. Так, мы сюда можем как-нибудь там, как обычно, пускай Реношка будет, как бы Volvo, Scania и, естественно, Iveco. А здесь у нас вот это особо не понял, меня отке. Давайте вот это выберем, как бы. Странно, что не понял. Странно, что начал не отображаться, как бы.
Ну ладно, тогда давай-ка-то мучить не буду, думаю, так. Или хотя хрень его знает. Особо не понял. А, все понятно. Давай-ка-то тогда вот это выберем. Посмотрим, что к чему. Так, навигатор или мобилка. Давайте вот это, ну это понятно, это защита. Это у нас этот как бы. С руля разобрались как бы. Все, больше ничего сверхъестественного. Вроде бы все уже мы как бы ни одного вещи не пропустили, как бы больше мы сюда ничего добавить не можем, как бы шильдик Мерседес, ну это флаг как бы. Так, что ж, все, принимать, купить. Ой, ёкарно сатэ, особо не понял. Ай, ёкарно парасете, у меня, видите, ребята, у меня со с гаражем проблема, ёкарно парасете, сейчас мигом. Блин, видите, ребята, да? Сейчас мигом. Блин, как-то так у нас неловко получилось. Сейчас. Так, давайте. Сейчас быстренько, да, ребята, как бы. Это вот это было, да? Да, конечно, все как бы неловко получилось, как бы. Пускай будет там 12 с интерьера. Да уж. Сейчас быстренько все доделаем. Да уж, как бы у нас с вами как бы некрасиво все получилось, блин. Блин. Видите, просто у меня как бы новый профиль, я уж еще не успел там все доделывать, поэтому поэтому как-то так у нас с вами получилось. Ого, уже как бы уже один раз как бы выбрал, уже как бы нормально как бы. Блин, как я не догадал, не смотрел, блин. Вот это по поводу вот это лазер я особо не понял. Он у меня из какой-то мод, конечно.
Да уж, ребята, как бы все как бы неловко получилось. Все произошло зря, конечно. Это какой-то брендовский шильдик, как бы. Так, продвижка, движка, коробка, все, все как бы взяли. Но я здесь ничего делать не буду, ребята, потому что уже как-то, понимаете, просто как бы можно уставать, конечно. Ёка у нас, ты что за... Так, ща. Шторчик, как хотел отметить, что для работоспособности нуждается актрис тюнинг пака, конечно, здесь как обычно там есть у нас какие там есть, просто вот выбрали там мерс как бы, а вот это про вот это особо как бы, ну пускай вот это будет как бы, так и навигатор. Все, наверное, уже как бы за как бы исправили все, конечно. Так, кое-что пропустили, наверное. Видите, вот это пропустили. О, пускай будет ЕТС, как бы. Все, больше ничего сверхъестественного. Все исправлено. Так. Так, все уже, вроде бы тягач готово. Все как бы еще раз потестируем. Купить. Все как бы мы купили его. Так, что ж. Посмотрим, на что способен. Что ж, добро пожаловать в Mercedes-Benz. Так, поехали посмотреть. Это у нас обычная пневма, не присутствует. Может, я не забыл поставить пневму. Ну, второй раз я просто как бы немного торопился. Давайте сейчас быстренько с помощью свободной камеры полетим. Где у нас здесь мастерская? Вон там. Где-то есть мастерской. Сейчас быстренько. О. Так, давайте сейчас. Быстренько. Видите, я просто немного торопился, да, ребята? Все уже как бы. Так, ладно. Берем. Так, теперь давайте с
встанем где-нибудь отсюда далековато. Да, я как бы на автономная карта, наверняка вы все знаете, что на суровка как бы. Давайте вот здесь. О, не знаю там, где стать. Где у меня там гараж? О, давайте. Так, поехали еще раз. Звучит неплохо. Ну-ка, снаружи. Так, отлично. Так, смотрим. Так, это у нас бар... А, нет, то есть навигатор. Как видите, как мы видим. Так, бортовой компьютер. Нет никакие вылета, нет никакие косяки, как бы все на свои места. Так, отпускание окна. Как видите, как мы видим, звучит неплохо при открывании. Видите, также при себе имеется анимационная клавиша действия. Так, сторона пассажира. То же самое, такая же история, как видите, как мы видим. Вообще все классно, все четко, все супер сделано, конечно. Так, так. Лево, право. Аварийка. Это датчик дожди. Это у нас первое действие, второе действие. Все, датчик дожди. Так, сейчас у меня есть там что-нибудь. Так, так, это у нас ключ брейк, торможение. А где у нас это самое? Вечер. Так, это у нас понятно. Давайте, как там пишется? G там вечер один. Блин. Так, давайте пишем G-сеть, по-моему. G-сеть. Пробел. Вечер. Как там пишется, блин? Я уже забыл. Как там пишется, блин? А, все отлично. Все теперь. Так, все, уже. Так. Не знаю, странно, особо не понял, почему у нас дождь не идет, как бы. Сейчас, подождите. Странно, что у нас перестало дождь идти сейчас. Да, не, вроде бы нормально, как бы. Давайте вот максимально. Еще раз. G-сеть. Вечер. Ну ладно. Так, так. Блин. Аварийка, как видите, как мы видим. Есть подсветка. Видите, да? Так, блокировка. О, блокировка присутствует, как видите, как мы видим. Блокировка есть. Все это дело работает. Так, по-моему, что у нас ретардер. Ретардер присутствует. Это вот где под руля, видите? Присутствует, как раз полагается. Так, стояночная присутствует. Так, так, давай-ка-то ща. Так. Где у нас время? Полуночь. Полночь. Отлично. Как видите, как мы видим, все у нас начинается срабатывать. Так, габаритная, ближе, дальняя. Габаритная, ближе, дальняя. Так.
Габаритный ближе, дальний, габаритный ближе, дальний. Не знаю, почему действия не вижу. Так, отлично. Так, на О, по-моему, освещение. Блин, ща, погодите. Видите, да, освещение есть. Сейчас настройки надо делать. Сетевое, как там, маячка, наверное, да? Маячки нам нужно. Где она, маячок? Маячок. Как там пишется, блин? А, вот оно. Маячок, конечно. Во. Давайте на О как бы. И здесь на ДЛТ как бы. Думаем, что нормально будет. Теперь идем дальше. Так. Ну, она отключается. Он как бы отключается, как бы. Ага, видите, отключилась. Теперь давайте включим. Изнаружи смотрим. Изнаружи. Видите, она включилась, по-моему. И выключилась. Так, право, лево. Аварийка. Видите, да? Ну-ка. Так, у нас подъемная ОС. Не знаю, она работает, не работает. Как видите, как мы видим, начинается срабатывать управление ОС. Как бы. Отпускаем. Так, извини, смотрим. Так, смотрим. Почему клавиши я не вижу? Клавиша подъемная ОС. Странно, есть воздушный звук, как бы. Ну ладно, это у нас стояночная. Так, что ж, наверное, сетевая. Сетевая. Габаритная ближе дальняя, габаритная ближе дальняя. Отлично. Это у нас сетевая. На О, как бы, на О, видите, давайте вот так вам сделаем. То есть, смотрите, то есть, и у нас сейчас все включено. Смотрите, да, кликнем О, как бы, видите, да? Все, или хотя, погоди. Ну-ка. Ага. Видите, да? Теперь начинается действовать, начинается. Видите, да? Ну, дальше уже как бы вы сами посмотрите, что к чему. Так, теперь вернем там 9. Угу. Или может у меня это самое. GBX установлено, может за это, наверное, может быть за это, как бы, видите номера, ну ладно, побухтись с этого номера. Так, теперь заводим наш долгий заслуженный Мерси. Так, ну-ка. Вау. Угу. Видите, при включении все индикации начинают срабатывать. То есть, смотрите. Видите, да? Полный привод, также полный привод. Если клавиша действия, если работает, также есть подсветка на бортовой компьютер. Так, ладно, мы вырубим. Теперь давай-ка это продвинутая цепка симулятор.
Проверим продвинутый цепко симулятор. Так, 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 так. Отцепляем. А, я как бы на механике, поэтому, видите, да? Ой, блин, ой, ёкарнос, это, видите, не исправлено, по-моему, что не исправлено продвинуть цепкий симулятор. Я как бы сейчас, в данный момент, на механике, как бы, поэтому, можно, хотя, можно использовать таким методом, видите, уже как бы, ой, ёкарнос, это... Давайте сейчас я быстренько это механику уберу, как бы давайте автомат как бы. Видите, да? Еще раз. Это как бы. Не, все исправлено, ребята, правда. Правда, что все исправлено. Ведь автоматически начинается ловить, конечно. Да, все классно, передумано, конечно. Так, это еще не все. Про... Не понял. Блин, что это за управление, да? Это все за это ёкарно. За управление, блин. Передное плюс задное. Угу. Да не, вроде бы все нормально. Видите, да? Все начинается срабатывать. Видите, да? Все класс, все четко, все хорошо как бы. А так, у меня к этому тягача слов нету. Вообще все классно передумано, все классно сделано, конечно. И как бы и со справлением как бы неплохо. Давайте сейчас несколько километров с вами проедем. Видите, при отпускании, видите, звук слышите, какой звук как бы. И звук как бы неплохо, да? Со СВ-8. И давайте, это еще не все, давайте по управлению. Так, 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 так. Руля. Все присутствует как бы. Все как бы работает, как располагается, как бы. Все как бы на свои места, как бы. И по управлению тоже как бы неплохо. Ну да, как бы тягач сработало неплохо, конечно. Все, как бы класс, все супер, как бы. Немного прокатимся, как бы со стрит-кардера. И про торможение посмотрим. И про торможение как бы неплохо исправлено, как бы все классно, как бы. Ну вот. Видите, да? Что ж могу сказать, тягач получилось неплохо, конечно, неплохо все. Вот что мне понравилось, вот это перебить, видите, боковое зеркало, все классно переделано, конечно. И со тормоза как бы неплохо, видите, да, все как располагается.
торможением тоже как бы вполнять, как располагается, видите, да? Что ж, ребята, пора мне с вами попрощаться. Надеюсь, гайд кому-то было полезно, гайд кому-то помогло. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я вас очень попрошу, поддержите меня, пожалуйста, со хорошего комментария, со подпиской, со лайкоса. И, пожалуйста, поддержите моего канала со доната. Ссылка про доната закрепим либо на комменты, либо оставим по описанию. Ссылка по описанию. И также информация про этот тягач также оставляем по описанию. И ссылка оставляем по описанию. Что ж, ребята, надеюсь, гайд кому-то было полезно, гайд кому-то помогло. Берегите себя, берегите своих близких. Всем пока-пока. До следующего выпуска. Всем пока-пока.